Еще один момент, когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках союзного государства и организации договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило, абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились, при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь.